Добрый день, дорогие мои друзья! И снова вы на канале со Светланой обо всем. Сегодня я вас приглашаю на свой сад-огород. Это мой огуречный рай. Мы с вами вместе заходим в теплицу и смотрим, как огурчики свисают один за другим из плетей. Огурцы я нынче посадила каскад и кустовые. Они нас порадовали своим урожаем. Излишек огурцов я на рынке продала. Много-много сделала заготовок. Вместе в салатиках, отдельно в ассорти с помидорками и с капустой. Посмотрите, какая красота, которая нас радует. Есть огурчики побольше, есть совсем-совсем малышки, но которые постепенно подрастают. Ну а сейчас посмотрите. Во второй теплице у нас растут помидоры. Помидорки нынче я посадила сибирские скороспелые. Тоже большой урожай. Некоторые зреют на корню, а чуть побольше, которые помидорки, мы их снимаем и убираем в корзины в летнюю комнату, чтобы там они созревали до красного цвета. Очень нравится моей семье помидоры с чесноком. Помидорки дольками очень вкусные. А это черри, они желтого цвета. Их очень любят наши внучата. Перчик толстостенный, калифорнийское чудо. Тоже я его выращиваю из своих семян. Вкусные особенно, когда их зафаршируешь. Ну а нынче еще сделала лечо из одних перчиков. А это кабачки, белоплодные. Вот какие вымахали они. Какую вкуснятину из них тоже можно сделать? Наверняка вы тоже их любите. Первый раз я посадила вот такие патиссончики, которые называются солнышко. Они постепенно у нас подрастают, и я думаю, мы их непременно попробуем. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Выращивайте свои любимые овощи и будьте счастливы!